А мы уже начали что-то делать, то есть транслировать? Да, 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 все, стрим идет уже. Все, всем привет. Да. Получишь? Вкусная моя вода, да? Да. Ни мозгов, ни денег, ни мозгов. Дайте я хоть попью, а то сейчас мне рот заклеить и опять есть не смогу. Не суй мне больше ничего. В рот, хорошо. Лицо тоже. Потому что я не смогу ничего съесть. Она же мне так колбасу пихала. Саша, потом будете идти, дайте смотреть. Мемы начались. Добро пожаловать. А то, что я в компьютере. You're welcome. Давай, заклеивай это рот. Сейчас я хочу. А дайте попить. Мы сейчас ей другой место заклеим. Соевый соус, обязательно компонент здесь. Это для соуса. Чем смазывать тесто? Сыр. Коль снимающий тесто не снимаешь. Нет, кулиц. Бесконечная. Бесконечная. Ладно, не смогу. Сейчас, подождите, я смотрю, с тем, что мы запустили. Мы запустили, все, окей, вы здесь. А чё, все привет! Снова здравствуйте. Здравствуйте. Ассаламу алейкум! Донатики все так же на камеру, но мы их сейчас не увидим, и все обязательно прочитаем. Все идут на камеру для влогов донатов. В конце стрима будет... Да, можно зачитать в конце стрима, да? Так будем. Читка. Иди сюда, все. Короче, мы опять сами рассказываем, я заклеить рот. У меня опять закрыт рот, у Киры закрыты глаза, у Влада уши. Готовим сегодня пиццу. Слепой, глухой, немой. Слепой, глухой, немой. Готовим пиццу... День 32. День 32, да. Ну, наверное, побольше. Не, нормально. Не улыбайся, то будет это сложно его согнуть обратно. Давай. Ну и просто крестом будет так. Так, стоп. Самое важное, что с самого начала стрима мы делаем, мы ставим мусорку сюда. Чтобы никто не увидел. Там она будет, там ее видно вроде. На камеру там... Смешно это? Сейчас посмеемся. А ты что молчишь-то? Скажи, что ли? А что за как мало? Это работает? Подожди. Я пока начну. Она какая-то это? Ну слушай, тут собственно руки нужны. Сейчас не то, что они у меня есть, я вам сейчас просто так. Но я же пока могу. Легендарная Ира, слепой, глухой, немой. Легендарная Ира. Почему Ира? Я Кира. Ну ладно. Я и Карине была. Сейчас. Не смотри на меня так возмущительно. Хотел сказать? Let's me go. Let's go right till the land today, right? I long the day, right? I can't tell what sounds all there's a need now. Oh, it's all, yeah. Там пахнет ромашками. Ромашки летят в огонь. Тебе дырку проделают, и сразу по локти откушаешь. Как он говорится. Хочешь что-то сказать, говори мне в лицо.
Значит, не очень хочешь. Да, нет. Напиши там. Так, что, все, наушники отключаются. Всем. Ой. Музыка. Че, мы сегодня под фон жесткий, да? Согласен. Да. Всем. Жесткий. Нормально, хороший музло. Поехали. Всем привет! Зачем ты мне дала руку, Влада? За большой. Давай вот так лучше. Ты фокус показать хотел? Да, что ты пёрнул. Так, ну чё, а я с ним опять общаюсь, а он не слышит. Влад, как дела? Я на самом деле рад тому, что я снова глухой, потому что у меня самый веселый получается. Я сейчас на подложечку или что-то делаю такой. Чашка для муки. Бля, у меня нету этого. Вот есть, типа чашка. Чё? А, это оно. Сыр. Муку сюда сыр. Держи. Не, в смысле... Зачем ты смотри? Послушай меня. Нет, стоп, поставь. Это вот сюда сыпать. Подожди. Сама разберусь. Стой. Открываем муку. Все, тихо. Осторожненько. Дай хотя бы с этим помочь, я хочу чистую кухню. Стой. Три столовые ложки. Здесь ничего нет. Там пока что пол письки. Ложка нужна. Сейчас. Этот. Чё? Нет ложка. О, ну в целом пойдет. Сколько? Три? Я думаю, еще одну вот руку и все, и хватит. Руку. Измеряем в руках. Все. Пол столовой ложки еще. Ну что надо? Еще нет. Сыпать? А еще одну руку надо. Твою, мою? Фон, еще одну руку давай. Чью, ее? Мою руку? Да, ты еще одну руку хорошо, в кастрюлю. Хорошо. Просто руку? Да, Сыпь? Да. Да, хорошо. Еще. Еще. Еще одна. Да, еще. Три руки еще. Тогда еще вот три так. Руки. А, я думаю, это сойдет за три руки. Нет. Все? Еще чуть-чуть? Еще чуть-чуть. Щепотку. Нет, схвати, как будто маленькая грудь. Вот так. Я тогда не надо. Все, было. Так, вот это я сразу убираю, я уже вижу, тут насрано. Так. Кстати, эта маска вообще водонепроницаемая. Яйца. Я просто ткнул, где они. Чё? Это слишком легко. Нужно разбить туда яйца, два штучка. Я поняла. Мы, помыть их надо. Я промою. Так, два яйца бери и мы. Зачем помыть их? Другие два яйца. Прямо. Нет, стоп. О, да, оно. Подожди. С другой стороны. Да. Всего эти яйца. Ну, вообще полезно. Нормально. Опа. Опа. Профессионально. Да. На, где? Ага, еще одну. Оба. Бля, она уже, ой, тут немножко с коробки. Договорим. Да в целом покер. Перемешивай все это ручками. Почему? Или не ручками? Нет, ложкой. А, это их. Да. А у меня нету такой. Руками давай. Это не то, это уже тесто? Угу. Что она сказала? Че? Подожди секунду, я понял, что я хочу футболку переодеть. Мне жалко, я в новой футболке. Ну, почему здесь сыро? Так, Влад кулинарный у нас сегодня в программе.
Чё она ищет? Электричество. Вилка. Вилка. Чё ищет? Масло нужно сюда, Кира. Чтобы попа не пока. Нет, мне нужна... Четыре, чашка, ложка. Ложка вилка. Нужна? Нет, следующая. Чтобы взбивать эту хуйню. Вилка. У меня нету, вилка. У меня ее нету. Вилка. Три, вилка? Да. Вилка. Сначала нужно масло. Ищи. Я пока вилку достану. Сколько ложек? Допустим, одна. А это точно так делается? Подожди, стой, Кир, по-моему, нет, я не уверен. Сколько надо, так? Окей, давай. Еще? Я лью что-то? Вот так вот полью. Еще лей. А, нет, все, хватит, не лей, все. Уже масло, понял. Она нам больше не нужна. Дальше вилка, мука. Там мука есть? Ага, да, согласен. Мука. Вилка. Вилка, вилка, да. Она на столе, ищи. Еще правее, нет, это яйца, кстати, они больше не нужны. Во-во, рядом, во-во-во-во, ага. Вилка есть. Это не вилка. Вилка же? Ну да. Вилка. А ты видишь? Да. А уже тесто? А это точно так должно быть? Мне кажется, нет. Слушай, ну ты ассистент. Не, Кир, я бы тебе помог, но я не понимаю. Все, я бы в твоем месте... Давай я поправлю кадр, а ты иди помоги. Ебашь, Кир, все нормально. Нормально? Похоже на омлет, который, знаешь, заветрился уже. Показывай людям. Это она не вывалится? Все показывает, что это нужно руками делать. Она не вывалится, если я покажу? Не-не-не, все, верни как было. Я хочу верни как было! Я хочу показать! А? Показать! Да. Что да? Я тебя не слышу. Здесь как-то да. Слишком мало воды. Надо на стол и на столе мять, да? Да? А это мы типа тесто сейчас делаем? Оно не так выглядит. Какого оно цвета хотя бы? Скажи, спроси у него. Спроси, какого цвета. Она черная? Тесто черное? Оно не черное. А какое? Желтое, как моча примерно. Ну, слушай, прекрасное тесто, я считаю. Так вам? Нормально. А у вас это... А мы что, протерли? Да. Да, все, это, можно записать себе массаж? Ложусь. Массаж сейчас, головы. Спасибо большое. Массаж головы. Сколько с меня? Нормально, за бесплатно. Это... У меня потом съемка, пожалуйста. У меня там, ладно, похуй. Нормально. Все, теперь я леплю круг. О, нашел подарок за ухом. Это похоже. Какой сюрприз вы мне оставили? Давай сковородку. Противень. Противень. Противень? Да. Мы без нее справимся. Ой. Нормально. Печем хлеб. Ой, да ты чтобы не запачкать стол, ты заботливая. Да, спасибо. А, есть... Чё? Открутить. Не то крутишь. Все. Здесь я вам не хватает соли. Смотри, все, вот так крутится. И сахар. Че, дай я выровню ракурс. Был нормальный ракурс, что ты это? Далеко. Бля, Кир, честно, это пиздец. Я понимаю по ощущениям. Я вот смотрю и... Есть каталка? Скалк? Нет, конечно, вы че? Вы к кому пришли? Она что-то хочет сказать. Она думает, подожди. Прямо вот сейчас она думает.
Ну вот я могу вот что-то типа так вот сделать. Mm. Бля, это, девчат, стол стоит 150 косарей, пожалуйста, не ломайте. Давай, я на полу сделаю. Не-не-не-не-не-не, зачем просто не так сильно, а? Одна писька, одно яйцо еще нужно. Отлично, тогда обратно, уходим. А где ведро? Вот, ты его взяла. Явно дело в яйце. Да. Нет. И да. Кир, я думаю, вот эту шелуху оставь, да, и ее просто выкину. Это ей надо, сама шелуха. Нет, она просто, ты ничего не собираешь, Кир. Я тебе так скажу, ты просто водишь рукой по профилю. Как прическа, у меня нормально? Два вода? Вот, воды не хватает, я чувствую, яйца ты еще одно. Ничего себе, как хорошо, что я этого не знал изначально, я не знаю сейчас. Так яйцо или вода? Я не знаю, что, не надо яйцо? Она знаешь, что делает? Чё? Вот так плечами делает. Да ну правда? Типа, я не знаю, да? Типа я же вообще не поняла. И просто стою молчу. А мы здесь с тобой это. Это кивни мне, да. Чё пишешь? Если надо. Давай, бей. Она кивает? Да, она кивает. У меня тут бой с тенью. Нормально, пошли, работай. Давай. Ориентация. Пошли, вода. Яйцо, давай, об эту штуку. Опа, сойдет. Стоп, мусорка, отпускай. Мешаю, вода, наверное, нужна. Воды надо? Все, стой, воды, говорят, еще надо. Вот, бутылка, ставь эту штуку. Бутылка воды, чуть-чуть плесни. Я скажу, не, она не открытая нихуя. Давай, я открою воду. Давай, чуть-чуть. Хорош. Все, ты взял. Кстати, за открывашку и ты, ну, это смотрел. Ну, не я точно. Какая открывашка в жопу? Ну, вода, которая разговаривает. Я посчитал по губам, если что. Вода, кстати, мало. Воды я просто в дерьме. Снимите мне, кстати, ободочек. Ободок. Сейчас. Забыла, как это называется. Воды мало явно. Посмотри, я в глине. Я глиномес. Осуждаю. Осуждаю. На ощупь вообще неприятно, если честно. Тёма, кликни мне два раза по кругленькой кнопке, у меня трек очень тихий играет. По кругленькой два раза, тыкнуть прям, нажать. Спасибо. Ты мне воду наливаешь? Нет, я мою твой браслет. Не надо его мыть, потом помоешь. А ты что, меня слушаешь? Сейчас, да, сейчас музыка просто тихая начиналась. Я с тобой не разговариваю. Он на максимуме. А, не на максимуме, вруби на максимум. Смотри, вон там чуть-чуть еще есть. Да ты же могла просто провести пальчик. Ну ладно. О, поехали. Я слышу. Идем. Что она делает? Я хотела ее обнять. Давай. Ладно. Я сейчас слышно смотрю за чат, Где? Честно вам скажу, мы ничего не приготовим. Из этого ничего не получится. А в духовку я им... Опа, спокойно, кастрюля. Я тебя слышу. А что происходит? Я ищу кастрюлю. Дзинь-дзинь-дзинь. Ага, все. Она вернулась на стопу позиции. Слушай, мне кажется, воды. Нашла. Скажи ему, что нужно. Скажи ему. Девчат. Нам надо воды. Я хочу быть душнилой, но я эту хуйню в духовку не поставлю. Почему? Она выглядит просто, ну, как будто мы спалим. Бля! Ну слушай, посолить надо. Я так завидую тебе, что ты это не видишь. Я тоже очень завидую себе. Пойду покажу. Энергетик со вкусом теста и масла. Почему энергетик? Я пью его просто. Где камера? Все, Кира, стоп, там стена. Стоять. А здесь камера? Подожди, стой. Держи просто в руках, я покажу. Вот так, по мнению нас выглядит пицца. Это только тесто. Пойдемте дальше. Давай против, я знаю дальше. Знаешь,
Что сделал твой одноклассник с 11 класса на выпускном? И фотку показываешь. Что там? Отпроведи меня за ручку до дома. Давай противень. Ой. Противень. Сейчас прям точно нужно противень. Я не буду на слово. А что, что с этим надо, что? На противень. Противень. Вы вытащи, вы... Противень. Пухи еще? Противень. Ну, явно с мукой здесь перебор, я вам скажу. Нужен противень. Ага, да. Я в целом, как вы видите, очень спокойно реагирую. Нужен противень. Да, говорю всегда и все. Противень. Противень жарит на что? На противень. Подожди, я на противень. П. Противень. П. Сёма сказала, мука нужна. Подожди, стой. Это Р. Р. Нам вот эту сторону помогает. Кир, можно мешать. Да я понял, что П. Это Р. А, Р? П. Р. Р. Про. О. Противень. На противень все это вытащить надо? Да. Противень прямо перед тобой. Фу, тесто получается. Да. А может кто-то подержи хотя бы? Я мешаюсь просто в кругу. Как мешать тесто? Попробуй, блядь, слипалось. Ой, я тестую. Липнет все круг. Маслом руки нужно было смазать. Мне нравится, как Кира пытается искать поддержку в ком-либо. Она смотрит на меня, что-то мне говорит, а я думаю, я просто слышу фон, который у меня вот ту-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 ту. Опа! Вот так вот. Подожди, смазать! Надо смазать было. Да, я обратно. Это мимо. Нет, нет, не туда, не туда! Я говорил, надо было шаурму делать. Руками, надо давай. Его мыть сначала, он тут пиздец. Ну все здесь чисто. Ебать. Я протерла. Так. Официально заявляю, это последний кукинг-стрим на моей кухне. Ну, отлепи, дай мне лучше отрежу я. Я готов проспонсировать следующий кухин-стрим на кухне у Сёмы, например, дома. А то чё это? Чё это мы у тебя не стримим, а? Помогите. Да! Помогите кто-нибудь. Можно мне что-нибудь, чтобы отлепиться? Заберите у меня из рук кашу. Просто если я сейчас помою руки, то у меня тогда меньше теста будет. Классно, я с вами разговариваю, в целом пошли в жопу. А руки-то надо маслом смазывать, смажь мне руки маслом. Руки смажь маслом, нет. Ножик есть где-нибудь здесь? Давай. Ага. Во, другое дело еще. Еще. Во! У меня теперь перчатки вместо рук здесь. Шикарно. Противень где? Противень есть? Противень нам. Смазать. Влад, противень. А быть каким надо? Маслом. Я уже руки смазала. Которым руки мыли сейчас? Да. Мы не мыли, мы смазывали. Где противень? Угу. Он здесь? Угу. Уже здесь. Отлично. Угу. Это противень? Блядь, стол. Давай, я поливаю, ты смазываешь. Давай. Подожди, рано еще. Давай. Это крем от загара. Ты мажешь вообще? На вид как крем от загара просто. Ты смажешь? Или мажь еще? Нет, там достаточно, мажь. Все? Все? А, нет, еще чуть-чуть вниз, вниз, вниз. Ты, вот, да, 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 вот по уголкам. Так а ты налей еще. Да, да, все, я думаю, хватит. Ешь! Муха! Еще муки? Я сейчас форму просто прибавлю. Дай смажь мне еще ладони. Срочно. Мам, пожалуйста, если ты смотришь этот стрим, уже позвони Семе и скажи, как делать эту странную пиццу. Я уверен, что это не так смазываешь? Делается. Смазываешь? Где? Уже?
Ну когда? Ну дайте мне сама справлюсь. I don't want to live forever. А? Масло. Помыть руки? Масло. Масло? Да. Масло. Всем, дай ей масло. Она не дает мне масло, я спрашиваю. А что она? Она не дает мне масло. Я нихуя не... Да. Что? Да. Нет. Погоди. Масло. Дай масло мне на руки. А, на руки масло. Да, все, спасибо. Еще. А, спасибо. Противень заполняется? Держите противень, а уедет. Держи, противень. Да. Слава богу, не стол. Влад! Достучи до Влада. Я считаю, начинку класть можно. Да? Все. Опа! Еще кабло. Делать. У нас мы в Италии. Я еще квадрат сейчас вырисовываю. Да ладно. В целом и так сойдет, думаю. Руки смажь еще. Макс. Блин, я тупо думал, что не предупредил заранее, что она круглая должна быть. Спасибо. Вот если была бы круглая, я бы сразу все поняла, как делать. А, я понял. Ой-ой-ой. Это наебка, мы печеньки делаем, да? Да. А. На мне не нужны шорты? Да, снимай. Спасибо. У него опять переключается песня? Почему он слышит меня? Под это, жестикулируем там песню. Все, можно еще маслом или достаточно? Давайте, да? Все? Смотрите, я изменю руки. Погоди, ты руки вытянешь? Да. Нашла. Ой, это, походу, не отмывается. А нет, чувствую начало рук. Подлей мне масло. Шампунь, ну, который... Как его, мыло? Сёма налила масло на Кире на руки, как Кира его размылила. Ну, обычно люди делают вот так, да? Так же Кира? До завтра отмылись. Вытереть. Полотенец нету. Полотенец нету, нищий. Ой, извини. Можешь об шорты вытереть. Я, да, это я. А, там как... пизда. Да, футболка, кстати, твоя пизда. Да? Да. Какая футболка здесь? Кир, я тебе отвечаю, когда ты увидишь, что с остальным тут происходит, в целом ты не так сильно... А ты уже подмываешь здесь, я не увижу. Я понимаешь? Я пытаюсь... не увижу. Ты ничего не видишь? Ты подмываешь. Не, я только посуду мою, чтобы у нас было место. Хорошо, да. Дальше нарезка, да? Это нам не надо. А что, думаешь, продуктов нет? Сергей, ага. Колбаса. Ага. Ну мы это есть не будем, вы понимаете? Все, ищи сразу на озоне. Почему? Я его выкину. Надо попробовать. Нет? Почему? Че? Все, говори, я здесь. Ты я не разговаривай. Нет, ты че хотела сделать? Она хотела не пробовать. Она хотела сжульничать. Она хотела не пробовать, да. Мы все видим. О, я давайте сжульничать. Нормально. Нет, стой, подожди. А не надо сначала поставить... Сём, на меня смотри. А, не надо сначала в духовку поставить тесто. Сразу еду раскладывай. Это нужно маслом еще посыпать.
Надо муку еще? Это уже все, еще не будет. Ну и ладно. А, Кир, раскладывай, попить. Все, дай попить, пожалуйста. Все, ты тоже, если хочешь, попей. Ты долго будешь намываться? Я подмываюсь? Долго еще по времени? Нет, ты просто кастрюлю не видела. Я все еще ее мою, все это время. Ее нужно было прям срочно мыть? Да я, кстати, почти все. А что ты? Кира, раскладывай колбасу. Как колбасу разложишь, в другую сторону? Кажется, понятно. Сейчас, Кир, сейчас я все объясню, что делаю. Давай, покажи. Раскладывай колбаску. Это первое. Это, так сказать, у нас косметический такой колбаска. Вот. Дальше мы режем помидоры, чеснок и лук. И сыпем все это с сыром. Кир, стой! Собирай назад колбасу. Надо сначала смазать томатные с этой штучкой. Типа, ну, пиццу же сначала соусом мажут, потом раскладывают. Да? Кивни, если поняла. Да, все. Треугольник, я помню. Сейчас надо открыть эту хуйню. Я справа. Да, блядская сковородка, она просто не открывается. Так, мы с тобой здесь тет-а-тет теперь. Нормально, тихой. Ну, прям в пиццу в целом. Я убрал. Давай. Я думаю... Стой, тихо, мимо немножечко. Ты можешь в центр. Стой, в одну точку плесни, руками разотри. Тебе уже все равно терять нечего, поэтому... Ну, можно в футболке, да? Все, я думаю, хватит. У нас пицца все. О! Ну и сразу выглядит уже, да? Сексуально, да. Вот, не, чуть-чуть, вот сюда, стой, я направлю руку вот здесь, вот в этом углу надо чуть еще. Это уже пахнет пицца, сейчас бахнем. Не, вот так не делай, иди руки сразу мой. Открыл воду, лови. А, горячо. Не бойся, это все в этом было руки. Я не знаю, что делала. Давай, все, можешь. Не, подожди, стой. Я тебе скрестну, давай. А я все. А, все? Да. А, тогда все. У меня аж нога заболела. Поехали заново, просто. Боже, что это? Блять, на следующий cooking stream мы делаем фотку до и после. Блять, как это выглядит уже, ну просто прям... Божественно? Прям, дай мне посмотреть, вообще, Кир, вообще, это прям... Сыр! Ой, я дебил, я-то в шортах никак... Чё? Сама надей. Так, стоп, погоди. А ну, нам сейчас нужно помидор... Мне прям где рез? А, стоп, доска! Ай-яй, чё?
Ой, у меня спина белая. Да пойдет. А, мы жопку не отрезали. О, да. Вместе с жопкой пол помидора ты отрезала? Ну ладно. Не-не-не, мимо. Да не, она чувствует, что ты. Жестко ай, как чувствует. Она чувствует, да. Чувствует. Жестко чувствует. Можно еще тупей нож? Я не знаю, я не умею готовить, я не прикасаюсь к нему. Я про нож, он тупой. Другой. Могу еще один нож? Да. Это пицца. Здесь. Кир, он в два раза больше, если что. Он режет. Режет. Или не режет. Да. Ну, блядь, я не виноват. Да ничего не я нужно. Обычно, когда нож затупился, я просто новый покупаю. Ага. Не, ну в целом это выглядит как очень артхаус. Ой. Только единственная проблема у нас с тобой, Кир, да? Тебе нужно обратить внимание на нижнюю хорошо. Часть пиццы. У тебя она как будто, знаешь, ты недолюбила ее. Как меня, Наташа. Вот здесь еще есть пицца? А кто? Стоять, я сам поставлю. А что, не видно было ничего? А? Вот. Не, давай наши помоем потом. Я не нажимаю. Нам нужен погоди, сыр. Погоди, еще лук. Нам лук не нужен? Без лука сегодня, я понял. Да, ладно, заебись. На халяву лук залутал, бля. Я в целом в ахуе. Зачем она еще чеснок заказала? Но... Она. Часто пиццу с чесноком ебашит? Да, каждый. Йоу, а че у меня с кофтой? А где сыр? А, вот. На так. Мне целая пицца? Ей, да. У тебя еще на футболке есть пицца. Можно отлично, еще одну. Поем позже. Так, да. Захватило чисто клешнёй. А что, ты не открыл даже? Открыть надо. Не, стой. Ну. А где вход? Так, я думаю, пора переходить на русский рэп русский. Опа! Один черный русский мальчик заработал капитанчик и пусть... Стой! Перевернула просто уже, стой. Стой, я тебе найду сейчас штучку. А, у тебя руки в масле, ты теперь... Давай, масло, я чтобы быстро. Попа не погасла. Ну, это честная помощь, она просто вся в масле, ее не открыть по-другому. Папиросы думают, как нас накрышевать. Дышают на допросы, мусора, блин, кровососы, вам наших бабок не видать. А мы все так же живем, куры мы пьем. Кир, держи. Смотри, вот дырка нашла, все. На-на-на, эх, заживем. Ну, мужики, за удачу! Прыгнем на стыкалэм. Ой, как это выглядит! Мама мия, феромонов, робот мыхо, пицца, мама мия! Сейчас будет сырная. Кир, я думаю, сыр можно все. Стой, недолюбила опять полпиццы. Да. Бери щепо... Все, ты, пачка закончилась. Еще есть. Где недолюбила? Показывай. Да. Где? Посыпай. Стой. Где? Все. Отмечали, Байдаша, выпивали. Мужики, спасибо, вспомнил дом. Камы падали, затем вставали. Богатели и нищали, но каждый... Врубай! А? Врубай! Съебался? Врубай! Плиту? Да. А, ставим. Есть один нюанс. Я не знаю, как ей пользоваться. Давай я. Там туда надо дрова класть? Да, пойду на колю. За удачу. Вперед. Дальше. Подожди, давай покажем, что получилось. Нет, стоп, подожди, все. Покажи. Сейчас вне контекста веселья и так далее. Это безопасно ставить в духовку?
Нет? Почему? Давай спросим. Айдана, я понял. У ребят. Ну, мужики, за удачу. Кир, стой, куда ты? Показать. А. Сама приготовила, хозяюшка. Не-не, Кир, стой. Там стена, Кир, там стена. Стой. Вот. Она какого-то хуя убегает с камерой. Тебя я не знаю. Почему? Не, ну вообще я считаю хорошо. Не, стой, замедлись, все. Позируй. Спицей. Во! Вот так. Я тоже буду рядом. На масле. Снимают? Нормально. Выглядит как красивая итальянская пицца. Да. Пойдем. Так, ой, валяющий, подожди. Наорал просто так. Мы могли бы быть хуже, чем мы есть. И ни слова про болезнь. Нет, что надо? А что нам осталось вот туда? Ну, духов поставить. Да. Сейчас сделаем. Подожди. Вот, я открыл духовку. Так, я засовываю. Ты свет просто включил. Давай сейчас суну. Ой, дует. Да. Это что, кондиционер? Сейчас дует. Вы черепный коробок. Так, Кир, давай, габаритами управляем. Чуть ниже. Нет, чуть ниже ножки, присед, полуприсед. Руки чуть выше. Руки чуть, подожди, сейчас стой. Хорошо, сидишь, стоп. Чуть-чуть ниже руки. Чуть-чуть, да, правильно. Чуть-чуть на меня, вот на эту сторону еще. Не-не, сам противень. Так, тихо. Пип-пип-пип. Тихо. Да, пошло. Нормально, я сама это сделала. Сама. Малышка. Ой, ты что дерешься? Я не специально. Я тоже. Это я, по-моему, стукнула первая. А что, все, можем расчехляться же, да? Mm-hmm. Дальше же пробуем. Mm-hmm. Так, вот так выглядит блядская кухня после нашей готовки. Обернись назад, это я еще помыл. Кстати, неплохо выглядит. Да, действительно. После окрошки было хуже. Да. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Так, скрины в телеграм-канале наши после окрошки быстро. И сейчас просто все скрины свои блевотины будут скинуть. Мне просто интересно, что там было, что выйдет, если мы это есть не будем. Они весь, чтобы вы понимали, чат орал на меня, что я не объясняю, как нужно говорить. А я видел. Вы это серьезно думаете, что мы шеф-повара и тут ресторан устроим? Нет. Прикол в том, чтобы хоть мы как-то попытались. Слушай, помидор ты прям классного размера. Я считаю, они сексуально, она в целом выглядит сексуально. А там есть тесто вообще? Да, мало. Ну там лежит просто ничего. Ну там... Бля, а чем было? Я открою это потом? Или просто новый противень заказать? Да, купим, если что, новый. Я просто склоняюсь к тому, что, блядь. Ну, носки пока, конечно. У нас кстати, новый. Так, давайте я начну просто мыть все это, потому что... Тебе нужна новая тряпка? Новая квартира. А, ну, кстати, это же внутри, а я думала... Нет, пленка. Здесь пленка вообще все прекрасно. Я считаю, когда готовить надо кукинг, надо расстилать полиэтилен. Да. Мы как эти должны. Да, мы еще шуршать будем прикольно. Как эти. Ладно, я на самом деле сгорел, но мы дальше будем у меня кукинг делать, так что... Да понятно, что сгорел-то. Да я что-то придумал, что я все это буду убирать, и я умру, а потом понял, что все это... Убер. Не, знаете, бедок у меня в голове... Ты массаж сделал. Я, пожалуйста, скажи. Ощущение, что она и себе массаж делала на животе просто. Ты не видела еще? Я не понимала, как я это сделала. Машинки все равно. Ну, в этих увидишь, как это сделала. Посмотрим на территориальность моих рук. Огромная, если честно, вся кухня. Ой, смотрите, какое небо звездное. Закат очень. Ой, да, закат, я слово забыл. Небо звездное. Ну, отстаньте. Ни одной звезды, не понял. Ну ладно, что-то выглядело прикольно, чем я думал. Когда Моргенштерн в наушниках заиграл, стало все весело. Ну вот тебе просто подходящая музыка нужна была. Мне тоже нужна музыка на фон, я не слышу ничего. Ой, даже я слышу, мне просто не видно. Тебе нужно визуально. Да, мне нужно визуально. Ты в следующий раз будешь в этих, в очках виртуальной реальности. Я тогда прыгну в окно. Те самые люди, которые покушают. Да. Все, можешь из туалета нашего, который, принести бумажные полотенца? Да. Мы все дальше живем, курим и пьем, девок балуем бриллиантом.
мужики, за удачу. Танцуют звезды и луна, танцуем мы теперь вдвоем, танцуем только ты и я. Да пойдем туда, да пойдем сюда, да пойдем, пойдем. Бля, вот на самом деле, сейчас делюсь с вами, больше всего я переживал, когда Кира мыла руки, потому что у меня есть провод типа идет. И я очень боялся, что, бля, замкнет что-нибудь, будет вообще не круто. Ну, пойдем. Вообще очень странно провод идет, просто в дырах видно. Ну потому что никак, по-другому. Она верхла. Кто делал, а? Она верхла нельзя никак. О, кстати, сказал. А что это? Вообще, если залепить, то, наверное, можно. Эти дешевые штучки, как они? Правда. А, ты помыла это уже, что ли? Да. А я стою вот тебе умою. Ты дзен поймал, ты замедитировал. Я просто решил, что я это... Все! И как будто здесь никого и не... Влад, вода. Чё? Чё с водой? Ну да. А дай? Китай закрутился? Да-да-да. Чисто в локоть. Как кнопочка. А я как буду экономить. А, да нормально все. У меня мало коммуналка здесь, так что можно... Я думаю, чтобы против не до конца убить, можно не до конца ждать. Он уже... А вот там уже сыр подплавился. Сейчас, сыр подплавится, достань. Да. Ой, ну, пахнет пиццей, реально. Пахнет пиццей. Да просто с тестом бы не зашло. Ну вы что? Я вообще думаю, просто на дрожжах будем. Я не сложно очень. Пицца такой продукт, который... Не, ребята, поймите, здесь не стоит цели сделать что-то профессиональное, мастер-шеф и так далее. Давай. Для этого другие важное, шоу. Важное слово. Давай. Сейчас первый. Не получилось, первый. Так и знала. Заблокировала, блин. Все порчено. Дозу заблокировала. Тут я пить хотела, боже. Киру не наказали, она отмывается. Руки отмывает. Время засекли, да. Провод возле воды просто проведен. Ну, так странно. Тут просто розетка и, типа, тройник туда. Странно. А чё просто вот сюда? А, потому что визуально... А чё у тебя дракончик прислал? Чё за прикол? Это потому что летели дракончики, ели пончики. Сколько пончиков съели дракончики? Ты играла в эту игру? Серьёзно? А, типа, а летела ворона, читала газету? Кто загорится, нельзя под духовку этот поднос. Какой поднос? Противень для духовки? Нельзя в духовку? Я в охуе. Кира! Он атакует меня! Он пукает! Это ты иди тогда. Это вранье, я не пукал. Это все постанова. В курсе? В курсе? Че? Иду атаковать. У меня я в домике. О, ебать, а как мы стенки нахуй взяли? Расскажи, что ты думаешь, как делал, я решил ее продлить. Да звонки они не пахнут. Звонки? А ты прямо хорошо продал? Да, прямо звон продал. Надеюсь, будет звук записан. А что, есть здесь чат? Чат? Ну иди вон, почитай, ты же звонок. А там есть что-то? Чат, да. На телефоне прям? Да. Не может, мы и там. Слушай, тут что-то непонятно пишут. Что? Чат просто. А, какие-то смайлики. Какие-то смайлики. Люди какие-то пишут. Ну что, в прямом эфире что ли каком-то? Вы что, прямой эфир сделали? Прямой эфир. Прямой именно. Прямой, пертой, перетуда, перетуда. Наверное, поделай и все. Пинать болеть не будет. А мы все дальше живем, куры мы пьем, дыбок балуем бриллиантами, и мы заживем. Я не пердел. Это пернул, все слышали. Ну ладно. Куда ты встала? Жопа. Да, из жопы. Подождите, они спросили, откуда пернул? Ну да, наверное. Ну, кстати, я обычно через уши делаю. Отдышать маткой умеешь? Решил, да, да, решил... Осуждаю. Что-то новое, да ничего не будет. Ничего. За это можно извиняться. Ну, ты можешь просто... Ты можешь... Если ты говоришь что-то, что тебе не нравится, и это не запрещенка, ты можешь просто говорить осуждаю, потому что я не люблю такое говорить. Но в то же время, знаешь, это звучит как будто, типа, ну, я... Не, я похлеще могу сказать, но просто... А как вот это вообще произошло?
Как здесь оказалось это? Ну просто. Блин. О, бля, 19:17 уже. Мне надо это будет. Я даже не знаю, это... Я не думала выбривать виски пока что. Ой-ой-ой. А, бля, аттестую. А, ну тогда все. У тебя нет прав. Эх, заживем, эх, заживем. Ну, мужики, за удачу. Артем, че, может, эндить эту? Ой, а у меня стол стоял. Расплавилась? Ну, это будто бы да, но я вот по завтраку. По завтраку пора кусить? Ну, знаешь, почему я все-таки предполагаю? Вспомните, что я не чувствую запах. И если я его чувствую, значит... Бля, как пахнет пиццей. Пахнет правда пиццей. Реально ну, будем. Пиццей. Мы будем пробовать. Не, я нет, точно. Я вас не вспомню. Я съемка в полночь. Не доедет. Я попробую. Я тебя не брошу, я попробую. Но мы с ним, пока не в унитаз, я не скажу, никуда не уезжаемся, да? Да. Спасибо. Вы лучшие друзья на свете. Ага, я-то уезжаю. Оставь унитаз. А вот я его может не оставить. Футболка в топ, как вам? О, пицца пахнет! Да! Все. Да. Можешь, я выключила. Нет, в коридоре. Чего? Смотри, швабра стоит. А что это за швабра? Я здесь. Которая не пылесос. А где тряпка? А там, по-моему, покажи мне, как она выглядит. Нет, нет. Проблема в том, что Даша купила какую-то... Ну да. А где тряпка? Я не знаю, как это... Она без тряпки моет. Нет, нет. Сука. Можно попылесосить? Не, я думаю... Я купалась в тесте. Я не люблю в море, я купаюсь в тесте. Я тоже. Там было себе иголку сразу. С нее сыпется сейчас. А мне надо что-то обменяться. Так уж быть. Это был план, как получить футболку. Ты недооценил нас. Нифига себе, она камеру поставила. Очень удобно. Сейчас. О. Все. А. Подальше. Ой, все. Добрый. Я тебе. Давай, ходи. Бля, где тряпка? Ты никогда воду не выключаешь? Помимо меня, а? Ты никогда воду не выключаешь? А у нас канал тоже дешевая. Прям очень дешевая. Макс, первый, представляете? Сколько вы за канал платите? Ты и помой. Я не плачу за коммуналку. В смысле, блядь? Я не плачу. Ну, а ты не знаешь, сколько у тебя выходит? Нет, не знаю. У меня коммуналка включена в стоимость аренды. Ну, короче, в прошлой хате, где я жил, Ласкова выходила на 10 тысяч. И я, типа, от этого, ну, охеревал. Ну, да. А в этой... Я такой, ну, заранее планирую, типа, ну, надо больше, 3 раза, наверное, больше будет нормально так коммуналка. А там приходит, типа, 2000. Я такой, а. И это 2000 с учетом того, что вот тут я вот так водой пользуюсь, и у нас 2 кондиционера, ну, условно работают. Mm. Я пью воду с лимоном и с льдом. Со льдом. Это называется водолёд. Водолёд. А вы думаете, не, я думаю, вот это выключение, я думаю, случайно собираюсь. Я стоял, был, попытался очистить. Я делаю вот так. Никто не замечает подъезд. Я просто поменял губку на него. Все правильно. На кого? А губку поменял. Поменял. Нахуй надо ее. Я позевать хотела. Может, все выключили? Мне нужно огнетушитель. Все в порядке. Чего? Аня переживает, что огнетушитель не нужен. Че, давайте покажем им себе мастерство. Да, я иду оперировать. Секундочку, сейчас переключу, как переключать, боже. Свет. Я блин, ну это пахнет реально да. Пиццей. Как пахнет. Я как кира. Давайте, а есть перехватки? Перехватки. Ага. Или руками стоим? Ну давай, это твоя сфера. Тихо. А куда ставить? Подожди. Оставь. В эту, в раковину. Поставить. Не, не надо. Почему? Решетку, поставь мне на решетку. Да не надо. Да как? Пусть лучше она остынет спокойно. Тоже верно, я У нас хотели меня остывать, надо же есть.
Не смеши, нет, спасибо. Поджалуйста. Нифига. А рубашку ты еще даже не желтую. Спросите, она надо померить. Скажи, что мне футболка сейчас загрязню эту быстро. Да, нужна рубашка. Сейчас загрязню эту. Да, за 60 тысяч что-то, да? Да. Угу. Слушай, ну в целом, как будто получается. Супер тонкое тесто от Киры Медведевой. Чуть-чуть масла. На самом деле это еще от колбасы и от сыра масло. В тесте масла мало. Кира просто каждую секунду кричала масло на руки. Мне нужно было. Опа! Это больше похоже на лазанью. А мы... Все так же живем. Куры мы пьем. Мы делаем лазанью, на самом деле, не пиццу, я считаю. Кстати, это новый рецепт. Сделать лазанью. Как делать лазанью? Да, да! Я предлагаю в целом, блядь, арбуз вырасти из подручных средств. Ну там не пропеклась, тут пропеклась. Вот, давай где пропеклась. Вот. Все? Более-менее. Ну, хватит, остановим. Сейчас уберем. Подожди. Сейчас. Вид, как будто кто-то уже переварил. Несколько раз. Эх, это, на ту сторону кухни, давайте. Я думал, ну я в первый раз в жизни взял ее в руки. Смотрите, как это прикольно, она прям вот так просто делается и все. А еще вот это. Ой, знаешь, что это не дикие. Ладно, почему технологии зашли? Жопа! Не трогай, надо мыть голову. Жопа! Надо мыть голову. Не трогай. Да не трогай! Да она пшикает. Да какая разница? Пшикает и пшикает, бога ради. Мама мне. Я ж дома умею. Подожди, я должна это запишить. А где мой телефон? Подожди, не ешь! Где мой телефон? Алло. Подожди, был здесь. Была... Кстати, на столе. Не была, она была просить. Ну, кстати, это верно. Сейчас я соберу эти крошки здесь и все. Ебать, это удобно, я тебе полы могу мыть сам. А вы что, меня сомневались, что мы сможем приготовить пиццу на стриме? Сейчас я прям по кусочку все положу. Бон аппетит! Все, кто был со мной, когда я был внизу, пристегнитесь! Мы взлетаем! Взлетаем! Я на унитазе взлечу, чувствую. Ой, где взлетаем? Какая аккуратненькая. И, кстати, это тесто. Чмокает, это кому-то вкусно. Конечно, любим. Нормально. Ну что? Нормально? Сейчас тебя зарежу. Господи, не надо. Сейчас. Ты же была на адском шефе. Ну. Ты у него научилась, получается. Да, я знаю. Он меня научил. Он мне сказал пару секрет. Отмечайте Ивлева, короче. Да. Вы делать диету, скажите, ваша ученица пришла. Смотри, что сделала. Приходи пробовать. Мне такой большой кусок. Не надо, не надо. Открывай рот, открывай рот. Открывай рот, сейчас ясно. Подожди, что-то лишнее. Иди сюда. Ну быстрее! Я вот это съем. Ты сразу с туалета начнешь? Она встала в тепле. Нормально, кстати, нормально. Давай! Ну быстрее! Остывает! Будете? Сейчас, так. Я думаю, они впервые откажутся от того, что ты им предлагаешь. Не, ну ты за себя говоришь, за них не говорю. А ладно, не говорю. Закидывай. На тесто похоже. Не срыгивай. Держи в себе. Как вкусно. Можно я домой поеду? Пока. Пока. Это только что все выплюнуло. У меня желудок не выдержит. Я одна. Молодец. Все, хватит есть сырое тесто, все. Оно нормально. Да. Сейчас поедем все в ресторан кушать. А во сколько у тебя съемка? Сейчас. Ну, пока. 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 Можно сделать вот так, я скажу. Только что. А, это вот эта съемка?
Нет, съемка будет, она к полуночи. До полуночи сыграл будет. Две, четыре, сколько. Понятно, проиграл нас на игру. Проиграл нас на игру. Да. Променял. Он нас скоро в карты проиграет. Он стал такой, знаете, очень азартный. Ну что я могу сказать? Мы выжили. Я считаю, кукинг это наша. Нормальная оценка завтра на выходе. Знаете мужика в ТикТоке, который это... Опа! Отжался! Раз, два... Сейчас начало было как у него, типа... А ты с какого класса? Рюкзак взял, пошел за хлебом в магазин. А мы звук включили? Да. А, да. Нас услышно? Услышно? Напишите, как вам стрим. Давайте почитаем. Хотя мы сейчас все увидим, да? Вам как? Вы нормально? Спросите про донаты. Они что-то кидали, чтобы мы посмотрели. А мы посмотрим сейчас. Так, в онлайне? Да. Так, а давай, а ты можешь? Аня, моя мама. Туда пойдем или как? Или здесь? Кайф, вкусно, торп. А, нихера, я не могу. У кого-то есть? У тебя нет? У тебя не зайдет? Дай мне свой телефон. Дай мне свой телефон. Что, не зайдет? У тебя подключен должен быть. Мы через твой реагируем. Что, куда взял? Откуда Nation называется? Ну, давай. Давай, попей его. Я на своем. А мы, ну, а? А где я дойду? Что, Паша, откуда на это? Да нет его. Браво. Здорово. Бить пошел. Живой? А, да. Ну, слава богу. Да я не плачу, мне в глаз что-то попало. Пицца. Да. Нет. Пицца выходит. Да. Без стука причем. Господи. Что-то это... Поперхнулся. Кусок лишнего. Блин, вылечу. Сейчас. Мы слышали, все окей. Нормально у вас там тусовка намечается. Да мы это, мы съемка. Спасибо, что позвали. Съемка. Так и запишем. Так, прятки 16 число, это правда съемка. Да. Две бутылки возьми с собой, пожалуйста. Одну мне, вторую тебе, сядем вместе. На бутылку. Да. А мы... Так. Ну-ка, ага. Валим парольчики. Хочется помыться. Очень. Волосы хочется, чтобы остались живы, если честно. Пошла? Сейчас. Кира на адском шоссе, нашем шайфле, мы придралась к дырявой вафле, хочется теперь посмотреть, как она приготовит эту вафлю. Предлагаю в следующий раз готовить вафлю. Опять тесто, да? Знаете, что без теста? Ребят, сделайте эдиты с моментом, где я пачку помидоров открываю. Это были помидоры? Да. А что ты с ними делал? Открыл. А как? Увидишь. Красиво открыл. Как? Вот так. Я думаю, что заканчиваем вот этим, да? Да. Так. Вы все сами видели, куда пошло мое творчество. А как? Я вообще тоже в этом участвую. Куда пошло наше творчество? А куда? Как? Последнее сообщение? Донаты? Это сегодня было? Сегодня 16-е же, да? Я вижу только один донат. Можете передать привет Злате Кристикс, она ведет про ваш фан-аккаунт, будут очень благодарны. Скорее всего, точнее было. Злата Кристикс, передай привет. Злата Кристикс, передай привет. Я только один вижу реально за сегодня. Мне кажется, это на компьютере, когда с телефоном за все время. Хорошо, за текущий стрим. О, браслет забери, спасибо. Донать или что-то, чтобы прочитать? Я вижу только один. А то я его не понимаю. Только Злата. Так что привет только Злате. Или нет? Я не могу. У меня показывается только один за все время. Ой, не за все время, а за сегодня.
Так, а если ее сделать сегодня за 24 часа? Один! Кроссовки? Кроссовки я купила в магазине, который у меня в телеграм-канале. Это уже выложилось сегодня. А, да? Да, на таймере было. Мы отключили духовку, пойдем разбираться с пиццей. Надеемся, вам понравился стрим. Идите прощаться. Я думаю, ты себе хотела выложить. Влад. Ну все, нас дурку увозят наконец. Так, а вот теперь я точно на свою дурку. Поэтому, Кир, ну-ка. Всем пока. Пока-пока. Давайте, чуваки. Отключай, Влад, я не умею. Я тоже. Все, пока. Oh.